Последний день февраля, 23-й год. Сегодня штормит. Мы гуляем с малышом по набережной. Пешторил Кашкай. И наблюдаем серфингистов, которых сегодня было очень много. Не знаю, кого-то можно еще показать. Похоже, они все... там уже не видно ничего. Они вдалеке ловят волну. Ну-ка. Да. Так себе. Не очень. Но, в общем, сегодня их просто как магнитом волны. Да, такие волны у нас здесь бывают редко. Вот, это же не Эрисейра или что там, Назаре. Да? Где рай и парадиз, так сказать, для серфингистов. Вот, такие дни тоже бывают. Сегодня море очень красиво переливалось, но похоже, что телефон никак не передаст этого.